В нашей огромной стране у каждого есть своя маленькая родина. Есть маленький уголок, точка на земле, где мы родились, сделали первые шаги в жизнь. Это наша малая родина. Для всех нас это особое место. Наша малая родина Кончуан. Это то место, куда хочется всегда возвращаться, где бы ты ни был. Великую землю, любимую землю, где мы родились и живем. Мы родиной светлой, мы родиной нашей, мы родиной милой зовем. В нашем родном селе проживают люди разных национальностей. Русские, украинцы, калмыки, коряки, азербайджанцы, татары, буряты, марийцы, эвены, чуванцы, чукчи, юкагиры. И пусть у нас разные обычаи, обряды, праздники, языки, но мы, дети, говорим на одном из них. Самое главное – языки дружбы. Мы вместе. Это значит, всегда поделимся информацией, знаниями. Но иногда можно дать и списать. Мы же друзья. Мы вместе, значит, преодолеем все трудности на своем пути. Мы вместе, это значит, мы всегда чувствуем плечо друга. Мы вместе, нас не разъединит никакая сила. Нет ничего прочнее в мире, чем узы дружбы. Мы вместе повсюду, на улице, в школе, на репетициях, в спорте и вообще в жизни. Мы вместе!